Вне политики я не могу находиться, потому что вокруг меня постоянно представители партии. Вот, это в первую очередь, конечно, «Единая Россия», на которую я опираюсь, это и коммунистическая партия, членом которой я являюсь и которые выдвинули меня. Это и ЛДПР, фракция присутствует в нашем заксобрании, это и «Справедливая Россия», с которым мы также взаимодействуем. Что бы мне хотелось, пойдя сюда, на этот пост, я понимаю, что и права не имею, и народ мне этого не просит, если я буду отстаивать интересы какой-то одной партии. Я должен отстаивать интересы всех жителей Ульяновской области. Поэтому и с этим посылом я и сюда и приехал, и первый мой визит в Заксобрание, и речь, которую я там произнес, она была именно на это направлена. Постараюсь всю свою дальнейшую работу выстроить таким образом, чтобы быть равно удаленным от всех партий. Со всеми буду советоваться, прислушиваться, потому что в тех пожеланиях, которые звучат от депутатов, вне зависимости от того, какой партии он принадлежит, все эти пожелания, они отстаивают интересы народа. Вот любое какое-то... Любой вопрос, с которыми они ко мне обращались, у меня ни к одному из них нет какого-то противоречия. Я только за. Поэтому в этом ключе будем и дальше стараться работать. И я думаю, все у нас должно получиться. Наша цель, чтобы жить в Ульяновской области было а. комфортно, б. достойно. И третье – престижно. Полностью интервью губернатора Алексея Русских смотрите 14 октября в 18:00 в эфире общественного телевидения России и в 19:30 в эфире регионального телеканала «Репортер 73».